А теперь оно застегнуто. То есть оно вытаскивается просто. Вот она кнопочка. Также нажимается на кнопочку, вставляется до конца, кнопочка опускается, все, оно сидит. Так же и увидите. Только у меня, например, коляска, у меня цельная рама, она вот так вот не складывается. А у Вити коляска складывается. Когда его нет в коляске, вот там вот, где у него ножки стоят, поднимается подножка вверх. И потом дергается вот за сиденье вверх, и она вот так складывается. Это вот у Вити. Ну да, завтра будет достаточно времени, я держу, чтобы выдерживать. Завтра будет достаточно времени до мероприятия, когда вы зайдете за сцену. Ребятам все ребят вам все покажут. Кстати, да, извините, в моем случае, я, например, пересел на стул сам, отодвинулся сам, мне только коляску подали, я там перепрыгнул. В виде другой случай, стул чуть-чуть подальше отодвигаете, и, ребят, не стесняемся, прям он все скажет, как его взять. Тут еще один будет, который волонтер приехал с ним, Михаил, он подскажет, поможет, если что. То есть просто вот так вот его приобнимаете, поднимаете и потихонечку в дверной проем заносите, там, на стул, например, сажаете, и потом только коляску. То есть в таком плане. С ним чуть-чуть так вот. Ведь я все правильно сказал? Пойдут за сцену, получается, один человек хотя бы сопровождает до этого, и два человека обязательно дежурят здесь, чтобы помочь ребятам пойти в это пространство. Давайте еще покажем вот этот подъем. Да, сейчас мы, конечно, покажем этот подъем. Ребят, смотрите, сложности здесь не заканчиваются. Быстренько.